Этот Новый год Ревик Мелконян предвкушала с особым трепетом. Знала, вместе с чудесами волшебного праздника ее обнимут крохотные ручки долгожданного сына. Теперь 1 января – двойное торжество. В 8 часов 55 минут на свет появился очаровательный мальчик Эдгар. Вес 3,400, рост 51 сантиметр. Маленький подарок, от которого положительные эмоции обеспечены на всю жизнь. В нашей семье это уже второй малыш. Вот, очень рада, конечно, очень счастлива. Желаю каждой маме испытать эти эмоции, каждой девушке. Отдельное спасибо хочется сказать медицинскому персоналу больницы за помощь и за профессионализм. Новую жизнь в первый день 2024-го подарили сразу три бобруйчанки. К ним в гости с искренними поздравлениями и полезными презентами заглянула Белая Русь. К слову, Елена Дюбанова впервые познала радость материнства с малюткой Алиной. Анастасия Печень вошла в год дракона в статусе многодетной мамы. Малыш Александр стал третьим ребенком в семье. Первая девочка у меня тоже на праздник родилась 23 февраля. Мальчик второй 13 февраля. Ну а этот мальчик уже 1.01 тоже праздничный. В каждом уголке Синеокой уделяется особое внимание поддержке материнства. Создаются все условия для счастливого детства и комфортной жизни. Трехлетний отпуск по уходу за ребенком, адресная социальная помощь, выплата пособий – лишь малая часть приятных бонусов. Самое ценное – это, конечно, важный статус мамы. Волнительные эмоции. Очень переживала много. Но все прошло хорошо. Поэтому теперь я уже спокойна. Удивление такое, можно сказать, потому что как бы вообще даже никогда бы и не думала бы, что в 1 января рожу. Для Беларуси 2024 год качества начался с настоящих чудес. Всего в новогоднюю ночь на свет появилось 32 ребенка, 21 девочка и 11 мальчиков. В первые часы 2023-го родилось 26 детей. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.